Ну вот, ребят, покажу самодиагностику приборной панели Лада Гранта. Для этого что нужно сделать? Вот этот переключатель, который переключает одометр, необходимо его зажать и включить зажигание. Затем мы отпускаем кнопку и смотрим, что происходит. Если нажать при этом еще раз на кнопку, то он покажет версию прошивки приборки. Здесь происходит такая самодиагностика. По ошибкам, там, по всем. Все индикаторы включаются одновременно. Таким вот образом она несколько раз стрелки от нуля до максимального значения проходит. Приборка полностью под электронным управлением, поэтому таким образом она показывает, ну, может, наверное, диагностировать сама себя, неисправности какие-то показать. Как-то так. Всем пока.